Всем привет! С вами Алексей Молчанов. Вы смотрите восьмой тур киноверсиады по выбору тематических циклов. Интересно, за какой из сегодняшних вопросов вы отдадите свой голос? Играем! Цикл «Дежавю». Думаю, почти все вы попадали в такую ситуацию, когда вам кажется, что вы уже переживали этот момент ранее. В этом цикле собраны фильмы, апеллирующие к такому чувству. Смотрим вопрос. Никто не подготовит вас к любви, которую испытывают к вашим детям близкие. Ты меня убиваешь своими способностями. Как ничто не подготовит вас к отчужденности бездетных друзей. Хочешь к дяде Джею? А? Не нужно. Нет, нет, все не так замечательно. Зато повергает в шок скорость переезда в новый дом, который вы совершенно не можете себе позволить. Смотри, что мы нашли. Кто у нас тут? Привет. Милый. Прости. Неожиданно путешествия во времени становятся ненужными, потому что каждая мелочь в твоей жизни так восхитительна. Вот спасибо. Если бы ты иногда интересовался, хочу ли я этого. Как его зовут? Хорас, конечно. О, ну разумеется. Первое правило крестного папы. Крестный отец приготовил для малыша подарок. Вот такого плюшевого медведя. Сформулируйте первое правило крестного папы, исходя из ситуации. Второй сегодняшний вопрос из цикла «Этот фантастический мир». Вопросы здесь взяты из разных фильмов жанра фантастики. Впрочем, вы сразу поймете, из какого фильма будет следующий эпизод. Внимание на экран. Док? Не говори ни слова. Никаких имен. Я ничего не хочу о тебе знать. Да послушай, док, я Мартин, ты должен мне помочь. Тихо. Ничего мне не говори. Я прочту твои мысли. Так ты прибыл издалека? Да, именно. Ничего не говори. Ты хочешь, чтобы я подписался на субботнюю вечернюю газету? Нет. Ни слова. Ни слова. Тихо. Здесь док из прошлого впервые видит Марти и тут же ставит на нем эксперимент. Помогите доку прочесть мысли. Зачем, по его мнению, этот парень пришел к нему в дом? Следующий вопрос из цикла «Про любовь». Истории о любви занимают огромную часть кинематографа. Они рассказывают о самых разных проявлениях главного чувства в жизни человека и почти всегда имеют под собой глубокий смысл. Но человек ведь может измениться с возрастом. Человек привыкает любить так же, как привыкает к джазу, оливкам. И я не позволю, чтобы несколько едких замечаний повлияли на мои чувства. Мир должен быть заселен. Когда я говорил, что умру холостяком, я не знал, что... Этот мужчина привык, что все девушки покоряются ему. А тут незадача. Нашлась такая, которая ему не поддается и всячески его троллит. В нее-то он и влюбился. Закончите его монолог. Когда я говорил, что умру холостяком, я не знал, что. Отвечайте в комментариях к посту, зарабатывайте баллы за правильные ответы и занимайте места в таблице лидеров. Всем желаю успехов!